Сегодня мы в Даргнете купим иссушителя. О, господи, просто посмотрите! Три. О, господи, правда, что происходит? Все творим, бро, меня зовут Царь Геонис, и бро, сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою супрем-банду. Ведь вперед время супрем-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. Я как вижу, про тебе же нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть самой сильной банде на ютубе. А также сегодня со мной видео снимает Настя. Привет! И супрем-банда, вы не поверите, но мы наконец-то сделаем это видео, которое вы все очень долго ждали. Сегодня мы в Даргнете купим иссушителя. Это самый опасный моб с Майнкрафта. Как я говорил ранее, в городе я бы никак не купил иссушителя, потому что этот моб очень опасный. Он все разрушает на своем пути. А как мы знаем, в городе многоэтажки и ходят люди. Это очень опасный монстр для всех. Именно поэтому мне нужен был частный дом, собственно, где живут мои родители. Именно поэтому сегодня я приехал к родителям, чтобы купить этого монстра. А самое интересное то, что в Даргнете написано, что я смогу сам собрать этого монстра. То есть, по идее, мне придет песок, душ, а также черепа, визор, скелетов. Только вдумайтесь в это. Это будет реальная жесть. Кто бы мог подумать, что эти монстры с мира Майнкрафта существуют в нашем мире. Мы уже покупали эндермена, покупали херабрина, а также покупали эндер-дракона. И это все была настоящая жесть. Сегодня же мы покупаем самого опасного моба. Это иссушитель. А также, бро, давайте на это видео наберем 10 лайков, и тогда я куплю координаты портала в ад. Только вдумайтесь в это, банды, мы сможем вместе с вами отправиться в ад. Это реально будет нечто. Именно поэтому скорее ставь лайк внизу, а мы уже совсем скоро отправимся в Даркнет и купим этот портал. А также, бро, подписывайся на мой инстаграм и на инстаграм Насти. Ведь в своих с Настей инстаграмах мы общаемся с вами, банда. Всего лишь, что тебе нужно, это подписаться на нас, написать нам директ и все. И теперь ответ, совсем скоро мы тебе ответим. А тем временем, бро, мы отправляемся в Даркнет. Погнали! Окей, супрем-банда, надеюсь, вы готовы, потому что сейчас мы уже будем входить в Даргнет. И сегодня мы купим реально самого опасного моба с Майнкрафта. И я очень надеюсь, что все будет нормально. Тем не менее, про вот Даргнет. Этот сайт мы уже с вами видели раньше. Тот же самый сайт Майнкрафт в реальной жизни. Вы можете увидеть настоящего моба с Майнкрафта в реальной жизни. Любой на ваш вкус, от херабрина до обычного оцелота. Окей, под прошлым видео многие из вас увидели жителя. И многие из вас просили, чтобы я его купил. Именно поэтому давайте сейчас все вместе посмотрим на страницу жителя. И посмотрим, какое у него описание. Окей, супрем-банда, он стоит всего лишь $300. По-моему, это самый дешевый моб из Майнкрафта. Окей, описание этого моба. Это самый безобидный моб. Он никак вам не навредит. Будьте осторожны, может развести вас на деньги, обокрасть. Этот моб был украден еще ребенком. Он не знает о существовании таких же. Будет считать вас своими родителями. Ага, банда, это уже реально жесть. Тем не менее, я не знаю, будем его покупать. Все в ваших руках, напишите в комментариях, стоит ли покупать обычного жителя с мира Майнкрафта. Там уже банда сегодня пришли за иссушителем. Окей, возвращаемся на главную. А также посмотрите, здесь есть этот портал бат. Он стоит целых $10 000. Так же самое, как и иссушитель. Окей, супрем-банда, вы знаете, все в ваших руках. 10 000 лайков, мы покупаем координаты этого портала бат. И, возможно, мы реально отправимся в этот ад. Тем не менее, переходим на вкладку с иссушителем. Иссушителя мы видели в прошлом видео, где покупали херабрина. Именно поэтому не думаю, что есть смысл читать описание, но все же у вас будет возможность собрать самому этого монстра. Это тело подземелья, будьте аккуратней, не оживляйте его в людных местах. Лучше всего это делать за городом, иначе вы умрете. Все, что вы делаете, на ваш страх и риск. Не делайте ошибок. Это существо очень опасное. Окей, супрем-банда, именно это существо мы сегодня покупаем. Я очень надеюсь, что все будет нормально. Тем не менее, я думаю, что уже можно переводить оплату. Окей, что ж, я навожу на кнопку купить и покупаю его. Окей, супрем-банда, я купил иссушителя, подумать только. Мне сказали, что посылку доставить с минуты на минуту. Тем не менее, теперь мы будем ждать эту посылку. Я очень надеюсь, что все придет нормально. Что ж, супрем-банда, ждем, что будет дальше. Супрем-банда, в принципе, как всегда, мы не успели включить камеру, когда пришел курьер. Но там было тоже все, как всегда, никакого курьера не было. Просто лежала эта коробка. Просто посмотрите, каких же она огромных размеров. Она очень легкая, не думаю, что там все забито песком. Тем не менее, давайте откроем уже эту коробку. Господи, как же волнует супрем-банда. Мы реально сегодня будем призывать самого опасного моба Майнкрафта. Окей, супрем-банда, надеюсь, вы готовы, потому что я не очень. О, господи, просто посмотрите. Это же черепа иссушителей. Это просто жесть, просто глядя на них. Господи,
Как же это жутко выглядит! Они такие черные, целых 3 штуки! Господи, Суприм Банда! Я подумал, не мог, что нам реально доставить этих монстров! Это такая жесть! Просто посмотрите, как оно было упаковано в соломе! Окей, Суприм Банда, это все очень интересно! И с помощью этих черепов мы сможем призвать осушителя! Тем не менее, про где-то еще должен быть песок душ, потому что песок душ это очень важное! Окей, Суприм Банда, я уверен, что где-то здесь должен быть песок душ! И просто посмотрите на это! Господи, здесь какая-то коробка, ты видишь это, Настя? Да, вижу! Просто жесть, как же вытащить так, чтобы ничего здесь не запачкать! О, господи, это дебуг-коробка! Прошлым летом мы уже искали дебуг-коробки. Мы нашли целых 2 коробки. Одну мы нашли на каком-то поле в Польше. И, кстати, тогда сразу мы ее открыли. Там была кукла Вудена Дьявола. Да еще подоходит легенда, которую мы сами проверили, что в каждой дебуг-коробке запечатан демон. И как только мы откроем дебуг-коробку, то выйдет демон наружу. Я не знаю, ли в этой коробке есть демон, но тем не менее. Просто посмотрите, какая же она огромная, черт! Окей, здесь все в соломе, ее нужно как-то открыть. Но, в принципе, я вижу, что она не запечатана воском, как было раньше. То есть, поди, ее уже открывали, там уже нету никакого демона. Получается, Бада, что мы в безопасности. Единственный демон, который здесь будет, это демон Иссушителя. Окей, Суприм Банда, сейчас на ваших глазах впервые мы увидим настоящий песок душ. Только вдумайтесь, как описывается этот песок душ, это песок умерших людей. О, господи, просто посмотрите на это. Сюда чуть солома упала, тем не менее. Господи, это же реальный песок душ, Бада, просто посмотрите на него. Банда, здесь какой-то пепел и какое-то обгоренное дерево, тем не менее, про похоже. Боже, это и есть тот самый песок душ. Просто посмотрите, что с моей рукой после этого. Окей, Суприм Банда, тем не менее, призывать этого осушителя мы будем на улице. Потому что в доме это делать очень опасно. Как только он появляется, сразу же происходит взрыв. Именно поэтому сейчас мы уже отправимся на улицу. Сейчас ночь на улице, я очень надеюсь, что все будет видно. Тем не менее, пропогнали. Окей, Суприм Банда, я не знаю, что у нас этого получится, но я очень сильно переживаю. Потому что осушитель самый опасный моб Майнкрафта. И мы с Настей будем как-то пытаться себя обезопасить от него. Тем не менее, бро, мы все подготовили для того, чтобы призвать осушителя. Мы сделали специальную палку, на которую мы оденем черепа. И эту палку мы облепим этим песком душ. И я очень надеюсь, что призыв так сработает. Потому что наш мир не квадратный, мы так просто не сможем призвать осушителя. Тем не менее, бро, где-то уже здесь была эта палка, которую мы подготовили. Окей, Банда, вот эта палка. Один череп мы оденем сюда, второй сюда, третий сюда. И по идее, это будет немного похоже на осушителя. Также, Банда, эта палка будет полностью облеплена песком душ. И я очень надеюсь, что это реально сработает. Окей, а вот эти 3 черепа песок душ. Думаю, что уже можно приступать к ритуалу и наконец-то призвать того осушителя. Окей, Банда, честно, я пытался это сделать. Вот что у меня получилось. Я сначала полил водой эту палку, после чего посыпал песком душ. И вроде бы он немного прилип к этой палке. Но это очень слабо видно. Я очень надеюсь, что призыв все-таки сработает. Потому что иначе, Банда, я не знаю, как это делать. Вы сами понимаете, наш мир не квадрат, это очень сложно повторить. Я очень надеюсь, что после такого призыв сработает. Тем не менее, бро, уже пришло время надевать сюда черепа. И, возможно, это уже будет последний шаг к призыву осушителя. Окей, Банда, вот эти 3 черепа. Подумай только, откуда они вообще взялись в Даркнете. 3 настоящих черепа скелета осушителя. Это просто жесть, тем не менее, сегодня мы их используем. И я очень надеюсь, что все пройдет более-менее благополучно. Тем не менее, бро, пришло время уже одеть эти черепа. Окей, Банда, я одеваю первый череп. Господи, это просто жесть, как же это жутко выглядит. Теперь же, Банда, второй череп. Просто посмотрите на это. Мы сегодня реально призываем осушителя. Итак, Банда, остался всего лишь последний 3 череп. По идее, когда один этот 3 череп, появится осушитель. И все, Банда, после этого уже нужно куда-то убегать. Окей, Банда, на счет 3. 1, 2, 3. Господи, Банда, что происходит? Черт, господи, Суприм Банда. Это просто жесть, что здесь вообще было? О, господи, просто посмотрите на это. Здесь как будто произошел какой-то огромный взрыв. Окей, по идее, вот здесь была моя палка. Просто посмотрите, что вокруг этого. Вся земля просто приколочена, это просто жесть. И посмотрите, на тебя коробка просто отбросила. Окей, Суприм Банда, похоже, у нас реально получилось призвать осушителя. Вы только вглядитесь на это. Здесь реально как будто был какой-то круглый взрыв. Окей, Суприм Банда, я не знаю, что делать дальше. Но думаю, что нужно уже поскорее отсюда валить. Потому что мы все-таки когда призвали осушителя, получается, он где-то здесь, а он очень опасный. Вы сами видели, какой был огромный взрыв. Тем не менее, бро, вот это реально жесть. Окей, нам все нужно срочно куда-то уходить. Окей, Суприм Банда, нужно скорее валить. Потому что мы, кажется, реально призвали осушителя. Вы сами это видели. Когда я одел 3 череп, то произошел какой-то огромный взрыв, после чего вся земля была перерыта. И это просто жесть, нас реально получилось призвать осушителя. Окей, где-то здесь уже был мой дом. Черт, мне просто в это не верится, Банда. Вот, черт!
Что с тобой? Черт! Ой, господи! Черт, это просто жесть! Что там, Сереж? О, как же болит сердце! О, господи, Настя! Черт! Господи, что это черное? Я не знаю! Это похоже на его атаку и сушение сердца! О, как же оно болит! Ой, черт! О, господи, помоги! Давай, давай, помогу! О, черт! Нужно скорее убегать домой, Настя! Он очень опасный! Ой, господи, как же оно болит! Скорее помоги мне идти! Да, давай! Скорее, Настя! Черт, это просто жесть! Как же оно болит! О, господи! Подумай, только мы реально его призвали! И зачем нам это нужно было? Оно того явно не стоило! Ой, я даже не знаю, что с этим делать! О, господи, долго еще идти! Ой! Ой, это была атака иссушения! Он попал в меня из-за этого! Мое сердце полностью темнеет изнутри! И оно как-то сдается на кожу! Это просто жесть! Как же оно колет и болит одновременно! О, господи, сколько там еще идти? Еще чуть-чуть! Черт, я не знаю, что с этим делать! О, господи, Настя, посмотри, это же он! О, черт, просто же скорее бежим! Черт, скорее, Настя! Черт, это просто жесть! Вы это видели? О, господи! Иисус, это реально существует! Мы с вами сами увидели! Благо вы успели хотя бы немного убежать! Черт! Как же оно болит! Господи! Ты видишь это, Настя? Да, вижу! Оно еще темнее! О, господи, Супримбанда! Я очень надеюсь, что оно придет! О, черт! В Майнкрафте оно проходило через несколько секунд! Отсюда уже несколько минут просто болит! Окей, Супримбанда! Вот комменты за прошлого видео! Просто посмотрите, какие они шикарные! Идеальные же комментарии! А если вдруг ты хочешь посмотреть следующее видео, всего лишь тебе нужно это подписаться на мой канал и оставить свой комментарий, и все. Ты уже в следующем видео. О, черт! Господи, я очень надеюсь, что я останусь жив. Окей, Супримбанда, бандит, помни одно. Оставайся таким шикарным. Пока!